Сегодня в Алматы состоялся митинг, на котором подняли вопрос о некультурном поведении алматинцев. В нем участвовали активисты, блогеры и предприниматели. Они собрались в одном из скверов города и провели опрос среди молодежи. Интересовались, как часто нарушаются нормы поведения в общественных местах. Ответы были разными. Одних беспокоят выброшенный на улице мусор, других – нецензурная брань. По словам активистов, незнание этикета влияет не только на качество жизни, но и на отношение людей к себе и другим. Цель мероприятия – обратить внимание казахстанцев на развитие культуры в стране и призвать молодежь к соблюдению элементарных правил. Везде мы видим вот эту какую-то определенный уровень агрессии, да, и хотелось бы как бы призвать людей, чтобы быть более снисходительными друг к другу. Ключевые меры, во-первых, это массовое освещение, повышение культуры в социальных сетях, запуск челленджей среди блогеров и добиться с административных ресурсов того, чтобы на культурных и парках отдыха разместить по кайдзен-системе, называется она 5P, да, билборды, плакаты, чтобы как бы по нейромаркетингу повлиять на людей.